Մեր զակյուղում ժողովրդի մեծամասնությունը գերտան խոփան, եթե խոփան չգնան, հնարավոր չէ ստեղ յոլա հերթալ։ Եթե դրսից մեր ժողովուրդը գումար չբերի, այստեղ հնարավոր չի ապրել։ Աշխատանքի ոչ մի բան չկա, ոչ մի գործ չկա։ Ինչո՞ւ դու զբաղվի ժողովուրդը։ Կարտոշկայի վրա կամ անասնաբուծության բանի վրա չի կարելի հույս դնել։ Սա կախված է եղանակից։ Ու այդ եղանակը անպարինպաստեղով այդ քո ապրուստը հնարավոր չէ։ И когда уезжаем туда, в Россию, ну, находим место там, или фирма какая-нибудь, знакомые ребята из этих местностей живут там уже давно. Фирму открыли строительную там, по благоустройству, там, по асфальту, по всякому, по-разному они там. А если мы идем вот просто так, на частную работу там, на дачах там где-нибудь коттеджи строить там, или что-нибудь такое, да? Ну, это уже отдельная бригада, отдельные люди, 3-4 человека бригаду создаем, едем, работаем. Ну, это уже конкретно, вот, что зарабатываем, это мы уже конкретно с лицом к лицу с человеком разговариваем. Ну, закончили работу, получилось, поехали на другой объект. Русские у себя дома, вот то, что работу мы делаем, например, благоустройство домов, там, улиц, там, они этого не сделают. А если даже сделают, они сделают это гораздо дороже этими оплатами, понимаете? Не такими, как мы делаем. Мы делаем быстро, хорошо и как бы даже подешевле. Ну, дешевая рабочая сила всегда это делает. Конечно, вот это нелегко, конечно, столько отлучаться от дома, все оставить на произвол судьбы. Вот, например, только одна жена работает здесь, как-то жалко ему тоже оставлять все это там женскими руками, картошку копать, картошку сажать, картошку на плечо взять, занести домой или машину погрузить. Я говорю, это же тоже не это самое. Ну, конечно, это очень тяжело, и которые остаются дома, им тоже тяжело. И нам тоже, вот лично меня, вот сколько быстро вот как бы наступает на меня. 2 месяца, я уже скучаю, я хочу домой поехать, посмотреть, снова вернуться или что-нибудь. Тяжело, очень тяжело, конечно. Амина даже варенье диге, вот, асен картола кандемга, шалко берохчага. Ты персимга сауре, есть мишт меннага имана, цвет без момент неркали, вот персимга меннагу тюниц. Инзи амархатка тамга есть. Отпис. Юла кертанг. Գերտամ լավ հարևաններ ունիմ, բարեկամներ ունիմ, այստեղ մոտիկ կսեմ, դեղկը բերեմ բան կենի քիչեմ, հիվանդության բան ունեմ գրխիցավ բան, կոգնեն։ Я вот всегда говорю своему сыну: сынок, я работал сколько смог. Я хотел, чтобы ты выучился и работал как бы на чистой работе, чтобы тебя руки не пачкали, чтобы ты в галстуке, в белом рубашке, там, ну, в классическом костюме работал. Поэтому я хотел, чтобы ты закончил университет. Если ты будешь ехать Хопан, так как вот сейчас после того, как меня вот это настигло такое участие, что я должен был уехать работать. Я этого не желаю никому, ни дочке, ни сыну, ни даже вот любому молодежи. То, что желаю я своему сыну, чтобы нам уехать куда-то, даже ни секунды не сомневаюсь, что я вот если есть у меня возможность, чтобы он заработал здесь нормально для жизни, чтобы он мог жить с этими заработками, я бы ни секунды не сомневался и не пускал бы никуда уехать.